Это у врача-психиатра пациент сидит, и врач к нему говорит: а ваша ориентация традиционная? Абсолютно традиционная? Совершенно. Говорит: хорошо. Ваши сексуальные фантазии? Говорит: доктор, они связаны с задницей моего соседа. Доктор не понял. И с его перфоратором. Муж жене говорит: Танюша, можно я завтра с соседом на рыбалку пойду? Это с кем это еще? Ну, с Семеном, соседом нашим. Нет, только не с ним. А чего? Потому что мне тогда дома вообще скучно будет. Сидят дома муж с женой, жена разгадывает кроссворды и к мужу обращается и говорит: слышь, дорогой, нормальный вопрос. Длинная, твердая, из трех букв, на «и» краткое заканчивается. Муж говорит: так это «ки». Она: да, точно подходит. У тебя ластика нету?